Доброе утро, теперь Стамани. Покажу вам всю набережную. Вот это самое начало набережной. Правда, раннее утро, людей пока не так много. Но вообще и туда дальше пока немного людей, к обеду я имею в виду. Но уже море такое среднее, в принципе. Немножечко прохладненькое, но люди все равно купаются. Вчера, в принципе, купались. Так, пройдусь 400 метров и покажу, там еще новая набережная тоже строится. Здесь можно будет кружочек сделать. Море, конечно, чистенькое, оно прозрачное. Вот отсюда сейчас хорошо будет видно. Там водоросли есть какие-то, но водичка прозрачная. А только на змею не наткнуться. Здесь бывают змеи. Вот здесь камни и крысы. Вот водичка вот такая шикарнейшая. Прозрачная вся. Но немножечко прохладная. Можно еще подождать до приезда, когда уже будет прям вообще хорошее. Но здесь больше Азовского моря, потому что Таманский залив. Ну, уже с утра люди есть. Еще 8 часов нету. Купающихся есть. Вон там вдалеке купаются. Ну, здесь, конечно, у меня интернета нету, чтобы в прямой эфир входить. Поэтому придется просто видео снимать. Но все равно будет хорошо видно. Тут долго гулять не надо, потому что набережная небольшая. Вот как раз отсюда могу вам показать сейчас Диканьку. Гостиница, которая смотрит прямо на море. Вот она, Диканька, с соломенной крышей. Потом как-нибудь зайду, ее всю хочу засниму. Уже какой год хочу зайти, весь комплекс Диканьки заснять. Но что-то не получается никак. Ну, а сегодня же еще и праздник, День защиты детей. Не знаю, видео сегодня закину или завтра закину. Может, опять сделаю премьеру. Вот здесь вот музей. Вот в этом здании. Тут немного всего, как на других местах. Ну, если брать, не знаю, Витязева, Анапу, Келенджик, Кабардинку, Архипову, Осиповку. Там всего побольше. Здесь немного. Точек здесь очень мало. Вот уже начинается сам пляж. Тут вообще еще можно будет и потом подняться наверх туда, в парк. Но в парке не знаю пока, поднимусь или нет. Это вон оттуда можно было круг сделать, отсюда выйти. Но я круг сделал с той стороны. Ну, здесь, что мне нравится, посередине зелень сделали. Хоть что-то глаз радует. А вот с этой стороны все точки идут. Вот они. Ну, все морское имеется в виду. Круги, игрушки, очки, шорты. А здесь фонтанчик будет работать. Но сейчас его пока мест нету. Не запустили. Походу, не успевают. И вот здесь еще
вот этот ряд точек, и все. С точками завязки здесь больше их нету. И набережная. Сколько я уже? 100 метров прошел. Еще где-то 100 метров, 300 метров. И все, вон галечный пляж. Тут такой камушек меленький. Кстати, приятный маленький камушек ходить. Здесь лежачки будут расставлены, зонтики. Платные. А вот это вот бесплатные, можно посидеть. И вот здесь. Вот там кальянная была в том году, в этом году, не знаю, будет она, не будет. Вот эти, что посередине идут. Скамеечки. Они бесплатные. Вон уже комната детская, развлечение платное, а вон там сейчас дойдем, покажу, где бесплатно. Кстати, солнышко печет очень сильно. Прям очень-очень сильно. Лавочек сидеть много. Реально много. С этой стороны, с этой стороны. Вот с этой стороны. Можно вон на качелях тоже кататься. Там дальше еще будут другие качели. Скамейки качели. Во. Ну, с этой стороны также и море. Хэштег Тамань. Ну, я потом, когда все откроется, еще сниму одно с ценами, чтобы люди были в курсе. Вот эти бунгало тоже будут сдаваться. Вчера только крыши накрывали, не все накрыли. А здесь можно подняться в парк. Там парк, кстати, хороший, мне очень нравится. Он небольшой, но он весь зеленый. Тенечка очень много. Вот эти вот качельки еще. Вот там музей Лермонтова, вон дома. Попробую приблизить. Вот этот беленький. У меня уже есть, я его 2 раза снимал. В том году и позапрошлом. Вот это бесплатно. Детки здесь прыгают. Заснимем море тоже, чтобы попало в кадр. По чуть-чуть. А в принципе я отсюда дойду. Потом развернусь и по морю пойду. Да я еще очень медленно иду. Очень медленно, 8 минут. Я себя быстро прошелся бы. Я бы уже туда-обратно прошел бы. Вот это тоже сторона бесплатная. Здесь навес будет еще закрыт сверху. Вот это все бесплатно. Вот видите, сколько здесь бесплатного, кстати. Много. Так, собачка ходит. Ну, добренькая, не кидается. И все, вот здесь уже вот заканчивается. Здесь спортивная сторона. Можно спортом заняться и сразу в море прыгнуть вон туда. И вот это вот конец. Вот это туалет, здание. И вот начинается. Вон там велосипед стоит. Хотел проект показать. Продолжение набережной. Вот там птички поют. Там малыча растет. Я его каждый год ем. И туда ходил, конечно, нарывал алычи. Но уже все перекрыто. А вот эта стройка идет новой набережной. Паспорт общественной территории. Ну, будет видно вместе с велосипедом. Вот там проект.
И все, тут набережная закончилась. Пойдем теперь на море. Здесь тоже чистенькая водичка. Прям прозрачная. Вчера еще водоросли были, а сегодня уже море водоросли унесло. Водичка хорошая. Я попробую ножкой немножечко. Прохладненькая все равно. Водичка прохладненькая. Она бывает идеально ровная. Опять вот эти волны боковые. Но я, в принципе, только здесь такую видел. Боковые вот эти волны, прикольно за ними наблюдать. Все, ножки помочили и все. Можно идти. А тут с интернетом, конечно, проблема. Очень плохо ловит. Поэтому буду, наверное, 11 минут долго-долго закидывать. Ну, весь парк показали. Можно еще подняться. Ой, набережную. Можно подняться еще и парк показать. Тут получается один парк. Там рядом второй парк. Два парка здесь небольших. Музеев здесь много, кстати. Музей Лермонтова. Вот там в начале я где снимал музей в белом здании. И за парком там еще один есть музей. Так, вот так сейчас будет еще красиво сверху заснять всю набережную. Как раз захватить можно. Здесь детей много прыгает. Здесь канатная дорожка. Все тут еще есть. Ну, так ходят, прыгают. И лавочки, видите, с навесиками все. Вот это освещение сверху. Походу, его в этом году закинули. В том году я что-то вообще не помню такого. Будет красиво светиться. Вчера вечером не был здесь, чтобы посмотреть. Сверху потом засниму. Посчитаем, сколько ступенек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67. Фу, что-то подустал. 67 насчитал. Вот это сверху. Вся набережная. Вон трое людей купаются. А ну. Ну так видно. Вон начало. Тот круг, который обошелся. И в ту сторону.
и кусочек там за деревьями не видно. Это уже парк такой красивый, кстати. Мне очень нравится. Он маленький, но очень уютный. Так, в беседочку пройдемся. Посмотрим, выход есть, нету. Нет, дорожек нету. Значит, надо будет развернуться здесь. Здесь можно зайти, посидеть. Здесь под деревьями тенек очень хороший. Прям вообще классный. Это не металлический профиль, которого дышать нечем. Белый, розовый, надо понюхать. Ну, запаха нету. Так, все розы, когда подымутся, так перейдут, там спустятся, и будет классно. А тут, конечно, как всегда, туи да елочки. И розочки вот так вот сбоку. Покажи, чтобы было тоже видно. Этот еще молоденький, маленький. Только начинает подниматься. Так, еще сбоку покажи, чтобы прям вообще хорошо было видно, как это будет выглядеть. Покажу высоту деревьев, чтобы понимали, какие они высокие. Ну вот, примерно, ну где машина стоит, немножко до машины, уже граница парка. Чтобы ориентировались, какой он по размеру. Наверное, слышно будет, как тут птички поют. А тенечек тут, конечно, шикарный. С одной стороны море, а здесь деревья. Какой здесь воздух очищенный. Сейчас там будет еще заброшенный город. Ну, типа заброшенного города. Ну, не знаю, каких-нибудь веков. Его раскопали. Это винный магазин, наверное. Бочки стоят. Сквер имени Лермонтова. Вот он, раскопанный город. Здесь же раскопок очень много. Старины очень много. А туда ходить нельзя по газону. Ну и отсюда видно хорошо. Середочка, если отсюда смотреть, тут тоже лавочек много, немало. Вот тут красиво сделано, где лягушек нету, не квакают. Вот с кувшинчика водичка бежит. Угол и завернули сюда. Такие деревья здесь большие, прям огромнейшие, раскрылись. А вот там, кстати, шашки можно играть. Камней нету, обычно там камни.
Сейчас я их не вижу. И вечно зеленые наши деревья на Кубани. Туи, елочки. Сейчас дойдем, я вам покажу, где место для шашек. И музей Лермонтова потом. Вот здесь, видите. Вот доска. Сидишь, играешь. А вот музей. А, кстати, может, там сейчас будут цены написаны. Ну, недорогой. Музей Лермонтова. Вон домик. Вот здесь он, по-моему, 2 дня жил. В этом домике. У меня там есть видео, можете посмотреть. Весь комплекс я снимал. Ну, отсюда по возможности сколько можно, тоже можно заснять. Дом, музей в память пребывания великого русского поэта Лермонтова. Там год в сентябре 1837 года. Лодочку уже поменяли. Здесь другая лодочка была более разбитая. Это более целая. И вот такие. Такой вид открывается с этого домика. Книжки можно брать, читать. Вот здесь вот она, когда откроется. Этот ящичек будет открыт, и там будут книжечки. Сейчас, если цены будут написаны, я вам скажу. Так. До 18 лет 160. Инвалиды 160. Первой, второй группы. Дети, сироты. Так, без попечения. Так, 160. Льготная категория. Это солдаты, срочники, пенсионеры, лица. Так, 160. В общем, все по 160, а обычные посетители без льгот 200 рублей. Но в этом году цены подняли, что-то я в том году дешевле было, заходил. А тут какие-то другие цены написаны. А вот здесь вот. Экскурсионный билет 150 с человека плюс входная плата. Вот цены. И вот это мы обошли набережную и один из парков в Тамани. Такой парк. И даже вот отсюда видно вид моря. Это где-нибудь стою в середине парка. Сейчас прям в середку стану. Потому что можно здесь на лавочке сидеть. И отсюда прям любоваться морем. Вот оно. Даже вот с этой лавочки, если сидеть. Вот с той лавочки. Там ближе еще лавочки есть. Вон памятник Лермонтову. Вот здесь можно даже вдалеке сидеть. В тенечке. И тоже любоваться морем. Сейчас я присяду. Как видно будет, вот это на уровне моих глаз телефон. Как я вижу. И вот так сидеть, кайфовать. Чай, кофе пить. Кстати, надо пойти посмотреть, где тут кофе есть. Еще немножечко зелени засниму. Оно красиво смотрится, зелень. Ну все.
Всем спасибо. Пошел я дальше.